Друзья, всех приветствую. Сегодня, как видите, у нас снова в гостях аналитики, эксперты проекта «Аналитика онлайн» Глеб Задой и Евгений Болдин. Ребята, вам огромный привет от себя лично, от компании «Markets», от всех трейдеров, тех, кто будет смотреть уже этот контент. Ребят, собрались мы сегодня, я думаю, что по весьма уместной, актуальной теме это обсудить. Я очень хотел бы обсудить итоги американских выборов, но вот последний новостной фон указывает на то, что итогов-то, собственно, и нету. Опять же, на второй круг ушли Трамп и Байден, и вполне возможно, сегодня даже вот несколько статей я там себе открыл, расскажу, если интересно будет, про то, какие претензии у Трампа, и есть ли вообще у него шанс все-таки сохранить за собой президентское кресло и не дать дорогу демократам. Ребят, знаете что, хотелось бы обсудить с вами вот последний хайп новостной, это вакцина от Pfizer. Просто такое мнение, как вы думаете, это то, что реально сможет положить конец пандемии, либо это история, которая была, как вы помните, с AstraZeneca, с Moderna некоторое время назад, когда рынки пытались успокоить найденные панацеи, но потом, опять же, копали глубже и понимали, что нет никакой вакцины. И не так, что и просто ее сейчас внедрить в массовое производство, когда речь идет, опять же, о какой-то инфекции не в рамках небольшого региона, куда можно там забросить миллион штук и все нормально держать. Речь идет о полномасштабной, планетарной эпидемии. И здесь уже не отделаться там миллионом экземпляров. Придется выпускать сотни миллионов, даже миллиарды штук. Короче, вот хотелось бы обсудить и понять ваше мнение. Повлияет ли реально якобы прорыв Pfizer на те тенденции, которые есть сейчас на финансовых рынках, ну, будет ли это бустом для дальнейшего роста фондовых рынков, ну, например, как это скажется на динамике доллара. Можем затронуть тему, опять же, выборов в США, я поделюсь своей точкой зрения. Ну и в целом хотелось бы еще раз освежить общий взгляд касательно ковида. Как, вот помню, несколько видео уже было у нас с вами совместных, и мы, наверное, занимали тогда позицию оптимистов, считали, что ковидная тема, она не получит такое распространение, как это было в начале 2020 года. Однако сейчас, вот с Глебом даже кулуарно сейчас обсудил, но действительно начинают зажимать везде. Регионы все в большем ужасе. Это снова поднимает вопрос о том, будут ли эти локдауны повторные, частичные, такие же жесткие, как и раньше, и как это все повлияет на мировую экономику. Давайте по порядку тогда, ребят. Вот это вакцина Pfizer. Верите вы в то, что это то самое средство, которое поможет забыть ковидную тему или нет? Давайте начну. Друзья, всем привет. Собственно, у нас сегодня такое немножко включение. Мы импровизируем, да, тему не знали заранее. Но мы догадывались, конечно. Вот, значит, давайте рассказать по ходу. Интересная информация появилась о том, что один из владельцев компании там, или кто-то из членов директоров, кто-то из очень из топов, в общем, я еще не вспомню точно, о ком шла речь, потому что в ленте листал, и так между делом мне эта история попалась. Использовал возможность вот того роста Pfizer, который был на новостях о вакцине, как возможность зафиксировать часть позиций в этой компании. То есть он продал акции своей компании на вот этом буме. Поэтому вброс такой был интересный, да, я думаю, что есть, возможно, даже повод для разбирательства в плане некой инсайдерской торговли. Согласен, но эта история наглядно показывает, что, в общем-то, вакцина – это хороший инфоповод был, да, который подтолкнул финансовые рынки к росту, но очевидно, что изобрести вакцину – это еще не так просто. Во-первых, нужно наладить ее массовое действительно производство. Во-вторых, все-таки надо ее тестировать на более длительных периодах времени. Плюс ковид же очень такая, казалось, болячка крайне коварная. Живучая и коварная. И коварность ее заключается в том, что
многие люди, кто переболели в первой волне, то есть я лично там знаю людей, которые там, или знаю кого-то, у кого там родственники переболели, например, там вот в первой волне, и вроде бы как антитела, вроде бы как не должны заражаться дальше, но нет, пошли по второму кругу, и таких примеров довольно-таки немало. Поэтому одно дело — это сделать вакцину, второе дело — это наладить ее массовое производство, третье — это привить действительно большое количество людей. А есть еще следующий вопрос, а не будут ли эти люди заражаться в будущем? Поэтому, в общем-то, вирусологи-то говорят, что нужен такой коллективный массовый иммунитет, и именно это поможет тому, чтобы остановить развитие этой болячки. Но в любом случае история еще явно не закончилась. В Москве уже, по сути, отменили нам все там новогодние елки, новогодние ночные корпоративы. Вот, поэтому как минимум до Нового года, это на секундочку, еще полтора месяца, да, даже, по сути, два месяца, нам с этой всей историей жить, и вот в России, по крайней мере, мы видим, что каждым днем все появляются новые какие-то ограничения, там QR-коды вводят, там отменяют вот эти вот новогодние все гуляния, и я думаю, что пока, по крайней мере, мы не видим еще вот какого-то пика, мы не видим выхода на плато, в России мы точно еще будем долго переживать эту историю. Что касается мира, мне кажется, аналогичная абсолютная ситуация. То есть какие-то страны отдельно, да, там побороли коронавирус, либо там вышли на плато, но глобально количество зараженных по-прежнему продолжает расти, и еще далеко нам до победы. Отдельные страны, ты имеешь в виду Северную Корею, такие, да? Они всех, не, ну Китай достаточно успешно, да, поборол один, он первым был и первым же очень успешно поборол, да. Это, причем в ряде стран, где были вспышки достаточно серьезные, где-то за счет жестких мер, где-то еще за счет каких-то действий, ну, все-таки удалось подавить, скажем так, эпидемию. Но во многих странах, там, да, в США не получилось пока еще, да, Индия, нет, в Европе, там, во многих странах, там, по второму кругу все пошло, там, действительно, самая полномасштабная вторая волна. В России очень немалое количество заражений, да, в Бразилии, вот, по-моему, там тоже довольно немаленькие цифры, вот, поэтому бороться еще долго придется. Согласен. Евгений, ты, наверное, такое же мнение разделяешь, да? Ну, во-первых, всем привет еще раз. Ну и, соответственно, мнение по поводу Pfizer. Ну да, безусловно, очень, очень грамотный вброс. Но мне он был более интересен с точки зрения реакции рынков, которые сидят в хедж-активах. В золоте, в японской иене, в швейцарском франке, то есть сразу моментальный слив, о, вакцина появилась, зачем тогда пересиживать, все, можно обратно выходить и думать о чем, куда бы деньги вложить заново. И это была определенная поддержка, безусловно, для фондового рынка, потому что, ну, ожидали все какого-то прироста, даже тот же S&P наконец показал очередной максимум, аллилуйя, это случилось, все этого так долго ждали. Но в целом я сейчас больше настроен на то, что отчеты, которые были по вакцине Pfizer, что ее можно перевозить при температуре только 29 градусов, пока что меня наводит на мысль о том, что транспортировка ее куда-то по всему миру – это, ну, что-то такое, пока, ну, практически нереальное, наверное. Да. На следующей неделе мы ждем отчет по всем тестам по вакцине от Moderna. Я думаю, это может быть очередной хайп, поэтому участники рынков, готовьтесь, да, скорее всего, что-то будет веселое. Но у нее уже по предварительным отчетам не слишком большой плюс, там где-то 23 или 24 градуса температура транспортации. Поэтому, ну, тоже вопрос в том, как далеко долетит, как далеко доедет такая вакцина, тоже он остается открытым. Но, естественно, тот факт, что у нас пока что США и Индия, по сути, являются, ну, можно так, наверное, сказать, лидирующими с точки зрения статистики по зараженным, по смертельным случаям, смертельным исходам, к сожалению. Наверное, в первую очередь именно в этих странах у нас будет, по сути, ну, не то, что как там тест на живом населении, но, по крайней мере, одно из ближайших. И в этом формате, я думаю, что где-то, наверное, в первом квартале следующего года мы уже увидим какую-то реакцию на эту вакцину, ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки, насколько это будет побеждать. Ну, а дальше уже что-то, я думаю, придумано с точки зрения транспортировки. Вот. Поэтому в моменте, да, это, безусловно, выглядело как хайп, но, в принципе, я разделяю более позитивное мышление и все-таки, ну, верю в то, что уж сколько они шли, почти год,
Осталось там вот 20 декабря. Я тоже разделяю позитивное мышление. Вот. По сути, 20 декабря, помню, 21 декабря был бы ровно год, как Pfizer начал свои разработки и вести вот эту всю деятельность по разработке вакцины. Поэтому, в принципе, ну, можно сказать, что год прошел не впустую, далеко не зря, и, ну, и, на мой взгляд, это может хоть как-то подтянуть всю эту ситуацию в рынках и действительно открыть кислород. Ребят, но круто, недолго. Круто, что вы как бы по отдельности указали на два очень важных момента. Это то, что вот транспортировка, соответственно, действительно очень накладное дело, логистика. Я, опять же, не представляю, как можно будет обеспечить настолько сложный процесс перемещения этой вакцины, настолько дорогой процесс перемещения вакцины, особенно в страны развивающегося мира. Ну ладно, там Европа, может быть, похлопочет за своих, скажем так, но в отношении других понятия вообще не имею. Второй момент. По поводу сброса акций, когда этот хайп произошел, рост там, по-моему, был процентов на 15, да, в моменте, который мы видели по Pfizer. До 40 или даже больше, помню, смотрел курсы, акции выросли. И действительно, скажем так, топы начали сливать свои портфели. И вот сейчас в моменте, вот смотрю, вот уже третий день снижаемся мы, 37.55 котировки, то есть фактически 10% уже вниз ушли. Очень похожая тема была когда-то с AstraZeneca, тоже вброс, откат, разочарование. И вот, ребят, в моменте такую перевел статью с Bloomberg, как бы разоблачение. Анонс фармкомпании носит предварительный характер, не может давать никаких гарантий, поскольку основан на данных 94 случаев заболеваний коронавирусной инфекции из 44 тысяч зарегистрированных. Короче, Pfizer мутит воду. Это может быть попытка приукрасить действительность, тем более, что часть участников, только лишь часть участников получала настоящую вакцину, часть плацебо. И Pfizer не уточняет соотношение этих групп, представленных результатов. Я тоже, как и вы, ребят, оптимист, но только ненормальный человек не будет сейчас с обеими руками за то, чтобы нашли что-то, что могло побороть бы эту пандемию. Поэтому будем, конечно же, надеяться на то, что все-таки Pfizer совершит прорыв в этом деле и представит то, что поможет вылечить. Очень верный акцент на то, что очень скоро мы ждем аналогичную инфу от Moderna и от AstraZeneca, кстати говоря. Потому что они как бы бок о бок шли втроем. И, честно говоря, ну, делились опытом между собой. У них даже как бы выборки вот эти экспериментальные в процессе тестирования, они даже в плане химического состава чуть ли не одну и ту же базу молекулярную использовали. То есть это, опять же, для тех, кто сейчас хочет что-то прикупить вот на фондовом рынке фармацевтическое и не знает что, потому что профукали уже вот с Pfizer возможность. Посмотрите на Moderna и AstraZeneca, они также могут хайпово выстрелить вот буквально, опять же, в перспективе нескольких недель. Ребят, ну а если все-таки свернуть уже вот эти рассуждение касательно того, будет ли вакцина реально в ближайшее время, и упереться вот в эту ковидную тему. Ну, остается ли она еще тем самым риском, из-за которого не нужно торопиться, опять же, с покупками фондового рынка, индексов, или наоборот, из-за того, что эта проблема сейчас сохраняется, и помните, мы ранее обсуждали, что если эта проблема есть, нет вакцины, значит, ее будут решать деньгами. Может быть, как раз еще не поздно, даже несмотря на перепись максимумов Dow Jones и S&P, может быть, еще стоит залазить в индексы? Ведь деньги-то новые не пришли ни от Конгресса, ни от ЕЦБ, но они должны прийти. Вот, ну, когда в конце года, в начале следующего года, и тогда будет еще одно ралли. Как вы думаете, если рассматривать фондовый рынок вот крупными мазками, стоит дождаться какой-нибудь коррекции и как бы через низ заходить? Или откуда бы его сейчас не купить, все равно мы увидим новые максимумы? Тоже такой общий вопрос, но я думаю, будет интересно. Ну, смотрите, можно я сейчас, да, маленькую ремарочку скажу. На самом деле, вот я смотрю за индексом S&P, понятное дело, что можно там глянуть еще на Dow Jones, можно глянуть на NASDAQ, вот, но я смотрю на S&P, для меня все-таки это определяющий индекс на американском фондовом рынке, который там, ну, не делает акцент там, на IT-секторе, да, либо на промышленных компаниях. И очень интересно, что максимум-то мы переписали, факт. Потрогали мы там, да, уровни, но если посмотреть по там дневному графику,
и уж тем более по недельному графику, ну, недельный график пока еще, мы неделю не дождались закрытия, пока трудно говорить об этом, но по дню видно, что вот тот максимум, который был до этого, видимо, Глеб назад? Нормально. Нормально все? Чуть-чуть подзавис сейчас, да. Сейчас ну нормально. Вот у меня, да, у меня что-то и VPS-ка тоже подзависла. И те максимумы, которые мы видели несколько месяцев назад, мы выше них закрыться-то не смогли. Это говорит о том, что да, в моменте вот этот всплеск активности, который был на фондовом рынке, многие спекулянты использовали для закрытия позиций. И вот это меня немножко настораживает, что любые вот эти прорывы к новым максимумам, они сейчас используются для фиксации прибыли. И, честно говоря, на текущих уровнях, мне кажется, точно американский рынок покупать не стоит. Отдельные какие-то истории, типа там Модерну прикупить, там, да. Ну, кстати, мы ее покупали, вот кто следит за моим каналом на Ютубе, мы покупали Модерну еще весной, и на текущий момент тех уровней, где мы ее покупали, я сейчас смотрел, у нас 90% прибыли. Вот, я думаю, надо до 100% прибыли догнать, и там уже будем фиксироваться. Потому что, опять же, слухи о том, что Модерна там на завершающих стадиях разработки вакцины, это же слухи. Мы помним прекрасно поговорку «покупай на слухах, продавай на фактах». Сейчас немножко еще подрастут, но я думаю, где-нибудь в районе $100 за акцию вполне себе Модерна можно фиксировать. Угу. Так. Ну, а ты, Евгений, видишь по-прежнему опасность для S&P? Ну, у меня в моем, так скажем, понимании все упирается в выборы, потому что есть у нас абсолютно точная программа Джо Байдена, который говорит, что до конца января, то есть, по сути, в первые свои там 100 дней президентства, до конца января 2021 года, он однозначно согласует пакет помощи, но это конец января, то есть это не здесь и сейчас, к сожалению, а мы пока что в факте находимся только в середине ноября. Трампу вообще не удалось с Конгрессом договориться по поводу денег, то есть там получается ситуация еще хуже, если он сохранит свое президентское кресло, ну вообще неизвестно, когда будет эта помощь. И с третьей стороны у нас есть Федрезерв, который говорит, не вопрос, денег сколько угодно, но вот когда поймем, кто во главе. И получается пока что, наверное, действительно, я вот тоже сторонник того, что если уж и покупать, то ждать какой-то коррекции. Наверное, вот первые какие-то входы, если брать там тот же самый индекс S&P, ну, есть смысл, наверное, рассмотреть в районе 3200, может быть, 350, потому что, по сути, ну, тогда мы будем просто в таком коридоре. Нижняя граница по коридору, я думаю, ну, история для того, чтобы начать покупать перед вливаниями, ну, нормальная тема. Mm-hmm. Вот, может быть, ну, такой один из, наверное, как там, флеш-крэш вариантов, где-нибудь 2500. Но это прям, если совсем все-таки вот вторая волна окажет то самое давление негативное, которого все боятся, то, может быть, мы и туда улетим. Но пока что вот 3200 область, она смотрится достаточно интересной. Ну, потерпите, называется, чуть-чуть. Слушай, ну если будет 2500, если будет 2500, я прям буду счастлив, потому что очень хочется мне... У меня просто есть как бы своя внутренняя инвесторская потребность. Я уже давно подготовил портфель. Вот с Глебом в прошлый раз обсуждали, что ждал я более глубокой коррекции. В итоге упустил возможность, которая допускает, что дарится тем, кто ждет раз в 10 лет. И вот не хотелось бы следующего такого супер-входа потенциального на долгосрок ждать еще 10 лет. Потому что все-таки с каждым днем и годом становлюсь не моложе. Через 10 лет мне совсем уже будет много лет, а там уже, наверное, и нет смысла инвестировать под закат и так далее. Но это так, лирическое отступление. Да, я согласен, что сейчас локальная коррекция реально может быть, и правильно присоединяюсь к вашим словам, заходить сейчас точно не стоит. Ну, как бы ближайший уровень коррекции, там 3300, 3400, может быть, и поглубже. А вот что касается все-таки темы выборов... Жень, ты как, все-таки за Трампа или за Байдена? Есть вероятность того, что Трамп сможет на повороте обойти Байдена? На одной из предыдущих наших встреч, когда я прям был яро такой, конечно же, за Трампа, он большой молодец. А вот то, что он вытворяет сейчас, по сути, превращая выборы в какой-то фарс, да, понятно, он там, не хочет уступать, но вроде как его уже все родные и близкие попросили, как бы угомонить свой пыл, но человек все равно лезет.
Не знаю, я уже, ну не то чтобы я переобуваюсь уже под Байдена и готовлюсь к каким-то, но там, посмотрев поглубже историю его, так скажем, карьерной лестницы, потому что она в политике все-таки, ну, явно подольше, чем у Трампа. Трамп все-таки как бизнесмен нам больше известен, нежели чем как политик. Политик, ну вот, за 4 года набрался опыта, который ни к чему не привел, по факту, но как бы вроде как тут сказать, ну, отсидел он, отмотал срок свой 4 года. В принципе, наверное, достаточно, как мне кажется. Вот, можно снова передать все в руки демократов. Так что его текущее поведение, его иски, да, безусловно, он отсудил 20 голосов выборщиков по штату Пенсильвания, по-моему, еще по Аляске отсудил голоса выборщиков. Но вот эта вот вся история, ну, она мне уже начинает не нравиться, вот, и я бы на его месте, ну, поступил бы, наверное, с той точки зрения, что окей, Байден, но я буду баллотироваться на 2024 год, ну, и как бы это вроде нормальное состояние, то есть, ну, народ решил так, вот, хорошо, не вопрос, 4 года перерыв, можно заново идти. А мы сейчас продолжаем вот эту вот всю полемику, это некая неопределенность, меня даже как инвестора она бесит, потому что я, ну, не понимаю, что происходит там в моменте. То есть рынок стреляет только на каких-то хайповых новостях, и все остальное время мы в стагнации, и, ну, я там не понимаю, там, к чему мы там придем. Трамп же назвал дедлайн 14 декабря. Вот что будет 14 декабря? Он новый дедлайн назовет? Ну вот поставь себя на место Трампа. Вот, ты знаешь, я бы разделил твою точку зрения, если бы понятно было, что между Байденом и Трампом пропасть, ну реально пропасть. Вот, знаешь, вот взять вот эти решающие штаты, условно говоря, Невада, 70% за Байдена, 30% за Трампа. Ну там уже, ну, гадалки не ходи, но это прям смешно было бы, если бы Трамп что-то пытался оспорить. Но ведь все-таки между ними отрыв прям совсем минимальный. Вот если бы за тебя проголосовало, скажем, в Неваде 49,9% голосов, а за Байдена 50, соответственно, и 1. Ну, то есть 0,1%. Ты бы не понял вопрос о том, а достоверно ли считали бюллетени? Ну, мне сложно поставить себя на его место. Может быть, бы и поставил, конечно, вопрос этот ребром. Но тут есть риск и другой стороны монеты. Окей, мы пересчитаем, и с 49,9 хлоп, и 48,1. И получается, ты напросился на то, что, оказывается, ситуация намного хуже. А для него поэтому... может быть хуже ситуация. Для него либо ты сидишь, либо ты уходишь. Вот тут, ну, как бы, да, сценарий. Да, согласен. Я это к тому, что вот сейчас, может быть, Трамп и действительно как бы смог доказать и найти причину там фальсификации. Мы же сами прекрасно знаем, что не совсем простые выборы были из-за вот этих бюллетеней. Вот сейчас суды вот в моменте Пенсильвания, там Невада, Мичиган, по Джорджии, по-моему, уже решили все, Висконсин, Аризона. Ему нужно набрать всего лишь 38 голосов в целом, чтобы, ну, чтобы стать президентом. 37 голосов, чтобы шансы были на равных. И тогда уже все будет решать вот коллегия выборщиков 14 декабря. Я думаю, то, что... Я не то, чтобы хейчу сейчас Трампа и считаю, что он некрасиво поступает, но я могу его понять, и, может быть, он добьется своего. Это к тому, что у Трампа есть все-таки еще вероятность одержать победу. Все-таки если большинство в этих штатах после пересчетов будет уже на его стороне, то, соответственно, Трамп вполне может сохранить за собой президентское кресло. Я все-таки больше за Трампа. Почему? Потому что последний период, вот последние 4 года, фондовый рынок рос. Я не знаю Байдена. Я, честно говоря, вообще как-то скептически отношусь к президентству демократов и так далее. Мне не нравится то, что они планируют сделать и так далее. А вот с Трампом все было понятно. Если бы не ковидная тема, мы бы вообще не горевали ни по одному из индексов в начале 2020 года. Мы бы оставались на максимумах и так далее. Поэтому я считаю, что у Трампа есть еще вероятность победы. Но тоже мы с вами, ребят, не раз уже отмечали, что неважно, кто займет овальный кабинет в следующем, все равно прежде всего будут вот эти нужные меры экономической поддержки. И да, ты сказал то, что при Трампе вероятность того, что согласуют, ниже. Ну, а с другой стороны, почему? Ведь если Трамп все-таки займет официальное президентское кресло, какой смысл демократам
будет блокировать прохождение вот этих пакетов экономической помощи? Ведь нужно будет спасать экономику. Ну, какой смысл? Да, я согласен. Наверное, в тот момент, когда уже будет четкое понимание, да, то есть у нас наступит дата, отсечка вот эта 20.01.2021, там, скорее всего, конечно, все уйдет. И вполне вероятно, что Трампу не удалось договориться только потому, что демократы имели в виду, что пора бы Белый дом одному человеку освободить и передать его в руки другому человеку, а тот уже пусть как бы все красиво делает. Но в этой всей ситуации, как мне кажется, ну, Трамп почему хочет остаться? Вот как раз вот тема же финансовых рынков поднялась, да, что индексы росли, Трамп постоянно твитил, каждый твит – это новый рост. И мне кажется, он в какой-то мере даже боится, а не дай бог, после того, как если он пост покинет, пойдут иски против него, как злоупотребление должностными полномочиями и заработок как инвестора, пользуясь там своими политическими возможностями как президента. Поэтому он и рвется остаться, он же не как Путин, да, не подстраховался, что меня не трогайте даже после отставки. Вот, здесь-то другая абсолютная ситуация в Соединенных Штатах. Вот, поэтому, наверное, это тоже вот один из фактов. Вот мы сейчас гадаем об этом, обо всем, а они, мне кажется, двое там сидят и чаек попивают, смеются. Я посмотрел затем вообще, вот, то есть я поизучал Байдена уже, готовясь все-таки к тому, что скорее он. Ну и, наверное, с политической точки зрения, вот вспоминая, как прошло президентство Трампа, такое импульсивное, экспрессивное, порой какие-то, ну, решения и действия, которые он проводил, ну, не поддающиеся никакому там здравому осуждению, то есть, ну, в моменте там это было нужно, наверное. А Байден все-таки больше, ну, такой более дипломатичный с точки зрения договориться и там руки пожать и прийти к какому-то там единому компромиссу, соглашению. И ведь вся эта его риторика длится там еще с времен, ну, 80-х годов, с времен СССР, когда, да и с Путиным он тоже знаком, да и с Россией тоже, ведь в 2014 году, когда мы закричали «Крым наш», а Байден сказал «подписываем санкции против России». Да-да-да. Так что, в принципе, есть знакомство, есть пересечение. Прям, ну, супер жесткой какой-то реакции, наверное, такой антироссийской я не вижу, не жду от Байдена, вот. Потому что, ну, в принципе, даже от последних там президентов... Даже несмотря на то, президентов... что тебе ждут новые санкции, ты не ожидаешь, да, какой-то жесткой? Ну, прям жесткой какой-то тенденции нет. Санкции, да мы уже, по-моему, живем в мире, когда, ну, давайте, мы сейчас кого-нибудь новичком отравим, а вы нам санкции дадите. Вот. И, ну, мы живем уже, по-моему, в этом сколько лет. Вот, ну, все да. Президентство Трампа мы жили в том, что давайте санкции на нас. По-моему, Крым стал каким-то вот тем вот самым прыщиком вот в этих отношениях, что так, все, чуть ли не Россия, сразу санкции. Ну, угу. Не знаю, не вижу смысла пока в этом. Вот, поэтому я потихоньку, наоборот, переобуваюсь в Байдена. Но все равно на долгосрок ты веришь в рост фондового рынка, правильно? Да, безусловно, конечно. Конечно, верю. Просто с Байденом я четко понимаю уже границы. То есть, скорее всего, там с февраля месяца этот рост начнется, потому что есть обещания, есть четкий план. И я думаю, что, как есть такая фраза, да, у меня была тактика, я ей там придерживался, да, вот у Байдена есть тактика, и вероятнее всего он ее будет придерживаться, по крайней мере, в первые 100 дней там своего президентства. Так, ребят, ну, я думаю, что мы с вами все-таки смогли выполнить задачу, которую ставили в начале этого видео. Разобрались с Pfizer, разобрались с AstraZeneca, с Moderna, дали рекомендации по поводу того, что локально, краткосрочно можно из фармацевтики прикупить. По поводу фондового рынка тоже, я думаю, тенденция ясна. Мы с вами едины во мнении, что будет коррекция точно, насколько глубокая. Ну, вряд ли совсем глубокая, потому что не знаю, что должно случиться, чтобы она была снова ну, нечто такое, которое мы видели в начале 2020 года. То есть, ну, не больше там 5%. Вот это мое мнение. И потом... Тем же интересен рынок, что может быть все совершенно иначе. Ну, это да, это понятно. Скажем, чтобы не заканчивать на ноте либо рост, либо падение. Вот все-таки, я думаю, интересно тем, кто будет смотреть наше мнение. Мое мнение, да, будет коррекция по S&P, если 3400, 3300, и там, допуская, будет
уже возобновление роста. Ну и второй сценарий, то, что мы потихоньку так и оценимся в восходящем тренде, который будет продолжаться и продолжаться. В его обвал я пока что особо не верю. Будут предпосылки, я думаю, мы с вами также соберемся и обсудим ситуацию. Ребят, ну и так вот в качестве бонуса, я думаю, рекомендации, раз уж мы затронули байденовскую тему, его потенциальное президентство, влияние на российскую экономику и так далее. Как вы думаете в целом, станет ли Байден еще одной напастью для рубля? Вот, опять же, такой экспресс-прогноз. Можно даже не распыляться. Вот я думаю, что рубль к концу 2020 года, скорее всего, снова будет в 80 и, может быть, даже повыше. Вот так вот можно? Вот буквально в одном предложении прогноз по рублю, ребят. Ниже 76 до конца года рубль мы очень маловероятно что увидим. А это значит, что текущие уровни неплохо подходит для покупки иностранной валюты. А рост, ну, под 80, да, Новый год будем встречать, я думаю. Женя, а ты что думаешь? Ну, я солидарен, как раз я вчера на эту тему там на одном из своих вебинаров говорил, что, ну, я более скромно, я хочу Новый год встретить где-то под 79, ну, вот этот вроде я бы рубль... Я хочу под, день под пальмой встретить Новый год, честно говоря. Но тут непонятно еще, разрешат, не разрешат. Ну, вот. Ну вроде как Тинькофф путешествие мне вчера прислал. Прилетай в Турцию, прилетай на Кубу, без проблем. Вот. Потом не улетишь только оттуда, но ты, главное, прилети туда. И Артем такой, в Черногорию прилетай. Поэтому 79, ну, 80, да, это, в принципе, то, к чему я, наверное, вижу, что стремится в этом году. А на следующий... Ну, не знаю, у меня пока чуть более позитивная идея. Я хочу верить в то, что я смогу прикупить доллары по 70. Вполне возможно, вот. Кстати, да. Вот. Это в следующем вот году такая только. Вот... Да, в следующем году, то есть на 21 год можно готовить такой план о том, чтобы прикупать доллары по 70 рублей. Ну, это когда нефть будет по 100, да? Ты... А, не, я думаю, нефть вообще там будет практически ни при чем. Особенно с зеленой политикой Байдена, я думаю, что нефть там будет вообще ни при чем. Окей, ребят, я тоже тогда прогноз примерно под 80, то есть здесь у нас выбиваем мы с вами одну цель, и, скорее всего, только поэтому значит, что рубль там не будет. Как бы... Да-да-да. Ладно, ребят, большое вам спасибо. Друзья, всем повторяю, что сегодня у нас в гостях были эксперты проекта «Аналитика онлайн» Глеб Задой и Евгений Болгин. Разобрали очень актуальную тему. Ребят, спасибо за мнение. Хорошего вам закрытия, если в рынке в моменте этой недели, и классных выходных. Всем пока. Спасибо, пока-пока. Пока.